Только я тебе говорю, вот, ну, блядь. Это, возможно, в какой-то части моя заслуга, что ты к ней не вернулся вот в этот самый тяжелый период, нахуй. Блядь. Мне понравился мальчик, я говорю, ну, я не хочу, типа, тебе это мальчики нравятся, или, ну, базар. Типа, и все, они общаются, посылался на снег, короче, видимо, гулять. И он, она мне звонит, я не, сначала не взял трубку, потому что, короче, ко мне мать приехала. Я пишу, типа, блядь, перезвони. Ну, со второго пишу, перезвони, потому что я не видел. Сейчас мне перезвонит и такая. Я в трубку это беру, дура, говорю. Что ты за интернет-герой? Угрожаю, дети, кому? Начинается, короче, доказывает, что он говорит, ну, типа, он говорит, я тебе, я скажу, вылечу со мной, эти вторую сломаю. Я думаю, хорошо, блядь, кто из нас интернет-герой? Блядь, лежи реально там, сука. Вот эти, вот этот первый месяц или полтора, когда соблазн пиздец жесткий. Потому что, ну, мне не о чем с ним разговаривать. Он забрал себе главный топ-1 в папке. Вот, сука, он и домой их управлять. Взять и найти какого-то левого. Тихо, сказать то, что испытываю чувства к человеку. К тебе, то есть. Ну, короче, я вот как будто не разрешаю себе сказать то, что вот как будто я стараюсь как бы блокировать, чтобы это было не зря, знаешь. Короче, какая-то я травмирую личность. Ты же. Вот она сейчас типа